Всем привет! Меня зовут Виктория. Сейчас я хочу снять видео о нашем заказе с Алиэкспресс. Где-то полтора месяца назад мы заказали вот такую мужскую куртку зимнюю. Это зимний пуховик вот такого цвета хаки на молнии. Такая куртка. Здесь у нас карманчики, внутренний карман есть. Вот так она внутри выглядит. Вот эти заклепки кожаные. В рукаве здесь есть внутренняя резиночка для тепла. Эта куртка была еще капюшон с мехом, но мы мех отстегнули. Вот. Здесь по краю был мех. На сайте указано, что это пуховик на утином пуху. При температуре минус 5 уже муж одевал. Ну, в принципе, тепло. Удобная куртка, хорошая. И по цене недорого. Вот такой наш заказ. Единственное, что нам не понравилось, долго ждали заказ. Больше месяца, где-то полтора месяца мы ждали наш заказ. Мы думали, конечно, придет заказ намного быстрее. Ну а так, в принципе, заказом довольны. Все, всем пока. На видео ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. У меня еще будут заказы с Алиэкспресс, так что ждите новых видео. Всем пока-пока.